Всем добрый день. У меня сегодня 12-й день марафона. Это предпоследний день моего марафона. Завтра у меня заключительный день. Субботнее утро началось, как обычно, с полноценного питательного завтрака, посещения фитнес-студию. А сейчас я еду в магазин Lidl для закупки продуктов для пасхального стола. Завтра у меня будет презентация пасхального стола. Не пропустите, будет очень много новых блюд, очень много интересного. На завтрак у меня сегодня омлет из двух яиц, молока и мягкого творога, тунец и листья салата, кофе и витамины. На перекус у меня ряженка, груша и орешки, ну и чай, конечно же. Мои закупочки в магазине Lidl для пасхального стола на завтра. Значит, я купила рыбку, ее буду засаливать, затем купила фарш, большую упаковку, это будет для рулета с яйцами. Яйца для этого. Затем я купила куриное филе. Будет курочка в кисло-сладком китайском соусе. Для этого купила паприку. Еще дополнительно белый лук, зеленый лук. Будет морковный торт. Для этого купила морковку, муку, яйца, мягкий творог. Также будет салат с тунцом. Для этого купила тунец, кукурузу. Купила также еще сыр для запекания, он необходим мне будет для рулета, помидоры, свеклу. Вот такие вот купила пакеты для овощей, чтобы складывать. Купила клубнику, купила фисташки, это тоже для тортика. Вот такой мягкий сыр, это тоже пойдет на салат, но это было у турков куплено. Клубнику и цветы для украшения. Ну и на повседневную жизнь также еще бананы. На обед у меня салат из листьев салата морской капусты, рыба с апельсинами и рис. На перекус у меня кусочек брауни и кофе. Я приехала в магазин Майерхоф, а здесь такая красота. Вообще приехала себе пасхальную посуду посмотреть, но здесь очень много чего. Есть для террасы. Такое уже летнее настроение. Все в розовых цветах. Просто красота. Ну, наверное, ничего пасхального. Ну, будем смотреть дальше. Лантерны. Красивые такие. Все в таком розовом цвете, как я говорю, девочковое. А вот есть еще такая фламинго композиция. Может, кто любит, но я такое не очень, если честно. Хотя в интерьер можно всегда что-то вписать. У них, кстати, 60%, кому интересно, на все выставочные продукты. Но на посуду пока не вижу никаких процентов. Вот еще какой интересный тоже стол в стиле фламинго. Есть такой фламинго в зеленом цвете. Искусственные цветы, ну, и очень много в золотом тоже. Вот это тоже весенний такой стол. Кто, если такое любит? Очень много розового, прямо много в этот раз. Не всегда так. Это моя мечта. Кстати, она сейчас в Ангеботе со скидкой, с очень большой скидкой, почти 50%. Я очень мечтаю вот о таких кружечках и тарелочках. Мне прямо сейчас такое смятение, купить это или нет. У
меня на ужин сегодня греческий салат и баклажаны, фаршированные с рисом. Рецепт фаршированных баклажанов есть у меня в видео.